Надежда Савченко заявила о готовности стать президентом Украины и рассказала о своем отношении к президенту России. На первой после своего возвращения на родину пресс-конференции летчица заявила, что согласна возглавить государство, но сомневается в своем избрании. Люди не научились голосовать не за гречку, объяснила Надежда. Главным врагом Украины Савченко считает Россию. Москва, по ее словам, расшатала ситуацию, что могло привести к началу Третьей мировой войны. Обращаясь к лидеру этой страны, президенту Владимиру Путину, помилованная им Надежда Савченко, Заявила, отстань от Украины. А на просьбу журналистов сказать, что она думает о главе Кремля, Надежда ответила. Слово то есть такое слово гнида. Есть такое слово гнида. Есть вош, а есть гнида. Я Путина пока вижу как гниду. Это мое первое визуальное представление о нем. Судя по российскому телевидению, он бог, он может все. Понятно, что это человек не слабый и не надо этого бояться. Нужно просто понимать, с кем имеешь дело.